Всем привет, с вами Ростиксон. Сегодня поговорим о лаунч-пуле, а именно о монете BNKai G в пуле запуска Binance. Обрабатывайте QI, ставя токены BNB, AVAX и BUSD. Ну, грубо говоря, вы ставите в лаунч-пуле свои монеты BNB, AVAX и BUSD, и за это получаете в награды токены BNKai. Binance рада объявить о 25-м проекте Binance Launch Pool BNKai, децентрализованном протоколе рынка ликвидности, не связанном с хранением, на Avalanche. Пользователи смогут размещать свои BNB, AVAX и BUSD в отдельных пулах для обработки токенов в течение 30 дней, начиная с 16 ноября. Имя токена BNKai, общая количество 7 миллиардов 200 миллионов, сейчас находится 630 миллионов от общего объема, а на лаунч пуле почему-то 22 миллиона. Это меня уже настораживает, ну потому что уже много монет, а на лаунч пул не так уж и много монет выделено. Но все же, то есть я бы не покупал просто так BNB именно ради этого лаунч пула. Это скорее как небольшой бонус для тех, у кого есть BNB. Также требуется KYC, чтобы участвовать в этом. Также для BNB 70% вознаграждений, для AVAX 20% и BUSD 10%. Так, теперь о самом проекте. BNKai, у них 37 тысяч читателей в Твиттере, довольно неплохо. На самом сайте у них 2 миллиарда 911 миллионов заблокированная ликвидность, тоже неплохо. Вот мы видим AVAX, можем под 15%, DAI USDT под 15% годовых, LINK под 6%, Ethereum под 2%, довольно неплохо. Теперь смотрим. Прочитаем немного о белой бумаге. Знакомство с BNCE. BNKai — это протокол рынка ликвидности, не связанный с хранением, построенный на Avalanche. Протокол позволяет пользователям легко одалживать, занимать и получать проценты с помощью своих цифровых активов. Вкладчики, представляющие ликвидность по протоколу, могут получать пассивный доход, в то время как заемщики могут занимать средства с избыточным обеспечением. Теперь почему за BNKai? Это децентрализованное финансирование DeFi существенно выросло в последние 2 года. Поскольку большая часть деятельности DeFi в настоящее время осуществляется на Ethereum, в сети начали возникать проблемы с перегрузкой, которые привели к высоким сетевым сборам. Это оказалось значительным препятствием как для старых, так и для новых пользователей с меньшим капиталом, чтобы оправдать участие в DeFi. BNKai стремится решить эти проблемы, предоставляя протоколы рынка ликвидности на масштабируемой и децентрализованной платформе, уделяя особенное внимание доступности, простоте использования и низким комиссиям. BNKai будет демократизировать доступ к децентрализованным финансовым продуктам, предоставляя кредиты и займы без разрешений, где пользователи могут. Мгновенная поставка и вывод ликвидности с общего рынка ликвидности. Мгновенно заимствуйте средства на рынке ликвидности, используя предоставленные ими активы в качестве обеспечения. Имеет живое и прозрачное представление о процентных ставках круглосуточно на основе рыночного спроса предложения актива. Использование протокола. Чтобы использовать протокол, пользователи вносят предпочтительный актив, который принимается протоколом. Пользователи могут получать проценты в зависимости от рыночного спроса актива на заимствование. Кроме того, депонированные активы могут быть использованы в качестве обеспечения, позволяющего пользователю заимствовать другие активы. Проценты, полученные за счет внесения средств, компенсируют накопленные проценты ставки по займам. Дополнительные пулы токенов будут добавляться по мере роста платформы. Дополнения в протокол будут первоначально определены основной командой и по мере перехода управления протоколом в централизованную автономную организацию DAO. Дополнительные пулы будут утверждены на основе голосов и предложений сообщества с использованием токена управления QI, ну, который сейчас как раз на лаунч-пуле. Хранение денежных средств.
Средства управляются смарт-контрактами. Вкладчикам, кредиторам будут предоставлены токенизированные токены с доходностью QI Tokens, которые при необходимости будут использованы для вывода средств из пула по требованию. QI Tokens можно передавать и торговать как любыми другими криптоактивами на Avalanche. Риски. Ни один протокол пространства блокчейна не может считаться полностью безрисковым. Риски, связанные с протоколом, потенциально могут включать риски смарт-контракта и риски ликвидации. Команда предприняла необходимые шаги, чтобы максимально минимизировать эти риски, пройдя аудит и сохранив протокол открытым и открытым исходным кодом. Вот примерно так. Заходите в мой телеграм-канал. Там довольно много всего интересного. Например, сейчас участвуем в IFO на PancakeSwap и тому подобное. Все. Ставим лайки, комментарии. Спасибо. この世界で分かること見つめて Yes あなたの瞳は優しさを信じて見つめて